Почетный концерт творческих коллективов Дворца культуры города Видное традиционно проводится в преддверии новогодних праздников. Организаторы решили совместить мероприятие с благотворительной акцией. Наши земляки участвуют в СВО, и поэтому мы решили с работниками культуры тоже внести свой вклад в помощь нашим солдатам. И поэтому мы сегодня проводим этот замечательный благотворительный концерт. Я надеюсь, что наши видовчане откликнутся, помогут, и мы наберем определенную сумму и отправим нашим солдатам. Во время выступления артистов зрители могли поучаствовать в сборе денежных средств для солдат, задействованных в специальной военной операции. Об концерте я узнала, потому что у меня здесь дочь занимается хореографическими танцами в кружке «Мозаика». И поэтому мы решили принять участие в благотворительном концерте. Концертная программа состояла из 18 номеров. В основном выступления творческих ансамблей были посвящены зимней тематике. У нас вообще направление танцы всех народов, но в основном русские народные и джаз. Вот на этих двух специальностях мы танцуем. Мы подготавливались на сцене, повторяли танец, подбирали костюмы. Некоторые костюмы брали домой. Юный артист из ансамбля «Родничок» Ахмед Бибулатов в ожидании выхода на сцену успел поработать фотографом и запечатлеть репетиции своих коллег. Я чаще всего играю на тарелке, но на данном концерте я буду играть на ложках. Алексей Аксенов, участник вокальной студии «Звуковая волна», признается, что при выборе песни для отчетного концерта выбрал зажигательную композицию. Помогали создавать праздник на сцене прекрасные девушки из танцевального коллектива. Мы подготовили такой достаточно веселый, простой трек для того, чтобы поднять всем настроение, зарядить как-то всех эмоциями, тем более сегодня прекрасная предновогодняя пора, погода такая, и надеемся, у нас это хорошо получится. Очень долго мы все репетировали, подготавливались, но все-таки праздник, нужно хорошо подготовиться, себя показать. Такие концерты очень вдохновляют. Они дают тебе возможность почувствовать себя в центре внимания, почувствовать, что ты можешь себя в чем-то показать. Во время благотворительного концерта удалось собрать почти 25 тысяч рублей. Все средства будут переданы по назначению. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.